школе номер 21 во Владивостоке капитально ремонтируют спортивный зал. Сегодня здесь уже заменили окна и сделали новые раздевалки. Ремонт на этом объекте планируется закончить до конца апреля. В течение учебного года в этой школе были проведены другие ремонтные работы. На одном из школьных этажей отремонтировали учебные классы. Здесь заменили линолеум и освещение. Помимо того, в прошедшем декабре отремонтировали санузлы. В нашей школе проводится капитальный ремонт спортивного зала. Большая часть работ уже проведена. Отштукатурены стены, потолок вот беленький. Сейчас проходит замена витражей. Радиаторы будут заменены, раздевалки кафелем выложены, снесены стены, построены заново. Раздевалка и запасной выход. До конца апреля планируется закончить спортивный зал. Следующим этапом капитального ремонта в школе номер 21 станет ремонт помещения пищеблока. Напомним, в 2022 году Управление образования Владивостока подготовило и направило документы на финансирование ремонта в 25 школах города в рамках государственной программы по модернизации школьных пространств. Олег Завьялов, Диана Иванова, новости на Восьмом.